Бірінші Наурыз күні Польшаның Катавица қаласынан Украинадан эвакуацияланған 124 адам Нұрсұлтанның халықаралық әуежайына жеткізілді. Оның төртеуі кішкентай бала. 90 километр жол Львовтан, граница Польшаның границасына дейін 90 километр жол бір сутка жүрдік. А қалған біздің Қазақстан азаматтар, әйелдері, балалар, Қазақстан адамдары 2-3-4 сутка жүрді. Абден қиналып, сөйтіп, таңертең 24-інде соғыс басталғанда, біз ұйықтап жатқанымыз сағат 5-те. Что-то дұрыс ұйықтаған жоқпыз да, ұйықтап қалған ұлтты телефонымызды өшіріп. И тут жан жақтан информация келді, соғыс басталды деп. Алдымен было спокойно, а одан кейін бомба жарылғанда бір екіде, кәдімгідей қорқыттық. Лифтті өшірді, суды өшірді, Браварыда 11 километр Киевтан. Вы знаете, мен біздің бір Қазақстан жігітінен сұрадым. Біз 29 адамыз осы жерде Киевте тұрамыз дейді. Бүткіл семьяларымыз бен ағаларым осы жерде, бәріміз осы жерде тұрамыз. Я говорю, неге осы жерде тұрасыз? Неге Украинада тұрасыз десем? Басқа керемет мықты халық мемлекетті білмеймін дейді. Біздің қазақ. Мен вообще көңілім өте босап кетті, потому что действительно Украина халық керемет, өте керемет халық. Махтыгал. Своими глазами видел, как взорвались техники военные. Бензина нету, там по 50-60 километров в сторону ездили. Два раза мост взрывали. Два раза после того, как мы заправлялись, это место бомбили, разбомбили. Вот, ну, ехали, минировали, видели российские вертолеты, прямо вот так подлетали, видели. Людей на самом деле убивает, и они держатся очень мужественно. Даже таксист, который меня довез, сказал, я тебя довезу, развернулся и поехал записываться водителем. Даже мы ходили кровь сдавать, не могли кровь сдать, потому что столько народу кровь сдают. Они свою родину защищают, а там на самом деле, там агрессия идет. У меня подруга находится в Ахтырке, они пятый день сидят в подвале, ну вот с начала войны, и там очень сильно обстреливают их. У них рядом военная часть, ее расстреляли, и там, соответственно, все стекла в доме поубивали. А я люблю Украину, я люблю Киев, я как увидела, сразу поняла, что там остаюсь, и я туда возвращаюсь в любом случае. В самом зоне конфликта в Киеве, в посольстве именно, находится 30 человек вместе с послом и сотрудниками. Все тоже обеспечены питанием. Но мы ожидаем, что в ближайшее время будет связь с ними прервана, потому что бомбардировки продолжаются. Также мы ждем с Харькова 20 человек в скорое время, то есть эвакуируется. И со Львова тоже в ближайшее время будет отправлен. Львов самый близкий к границе, еще 15 человек. Таким образом, сейчас готовится третий эвакуационный рейс. 600 человек только в ближайшее время заявились на эвакуацию. 1500 находятся на учете нашего консульского отдела. Посольство, как заявилось, то есть будет стоять до конца. Будет возможность, пока будет коридор, эвакуация будет происходить.